Продовжимо тему Махачкали. Марк Бабот, підполковник Генштабу армії оборони Ізраїлю в запасі разом з нами. Марко, вітаємо. Здравствуйте вам і всій Україні. Слава Україні! Героям слава! Отже, напевно, ви бачили кадри, які ми показували декілька хвилин тому, як в російській Махачкалі зустрічали ваших співчизників. Власне, зараз ці кадри ми показуємо на наших екранах. Яка ваша реакція? І як відреагувало, можливо, розкажете, суспільство в Ізраїлі на це? Вы знаете, я не могу это описать, кроме как, я бы сказал, умалчиванием со стороны властей, потому что если власть в России захочет, такого не будет. И я хотел бы только обратить ваше внимание на то, что в этом самолете были родители с детьми, которым в Израиле сделали пересадки сердца, операции на открытое сердце, пересадки других органов. И буквально операции, которые делаются в считанных местах в мире для спасения детей Дагестана, абсолютно бесплатно. Есть такая линия, как бы, которую проводит Израиль с многими, очень многими странами мира. И в этом самолете были граждане России с российскими паспортами. Да, некоторые из них еврейской национальности. Но, как вы видите, то же самое, что и было 7 октября в поселениях вокруг Газы. Их абсолютно не интересует, кто по национальности, кто по вере, эти люди, которых они хотят убить. К сожалению, это начинается от головы. Как вы знаете, рыба гниет с головы. Если голова гнилая, как президент Путин, то и все остальное будет гнило. Никогда, мне кажется, в истории не было ситуации на Кавказе ярого антисемитизма и так далее. Мы знаем, что еврейские общины живут на Кавказе более 2500 лет. И в Азербайджане, и в других странах, в Георгии, конечно, и даже на Кавказе, который находится сегодня под российской властью. И все равно вот эти вот мусульмане или жители Дагестана, которые были спровоцированы сверху властью и спровоцированы масс-медиа, которые постоянно поддерживают почему-то палестинские зверства, и вот они ворвались на аэродром и осаждали вот этот самолет. На наше счастье это закончилось без жертв, но это не факт. Завтра это может быть в другом месте, и это окончится с новым погромом. И, между прочим, Западная Европа, такие страны, как Англия, Франция, Бельгия, если хотите, Германия и другие страны, они по-настоящему тоже находятся под большой опасностью. И если там будет восстание мусульман, то не факт, что Франция или там Бельгия победят. Пане Марку, ось з подій в Махачкалі хочемо ще перенестися до Стамбулу і теж запитати вашу реакцію на мітинг, який пройшов у Туреччині, на заяви президента Ердогана, в яких він критикував Ізраїль і Захід загалом. Як в Ізраїлі сприйняли цю ситуацію? Ви знаєте, Ердоган уже дуже багато років у владі. Мы это понимаем как демократическая страна, что когда человек находится у власти неограниченное количество лет, у него мозги заходят за мозги. К сожалению, я это говорю вот открытым текстом, потому что Эрдоган взял на себя роль нового турецкого султана. Он хочет воссоздать Турецкую империю. Между прочим, это его высказывание. Он сказал, мы управляли территориями Газы множество лет. Да, все правильно, но они никогда не давали арабам самостоятельное государство. К сожалению, он такой же исламский брат, так же, как и Хамас, ихний альма-матер. Это исламские братья, которые на всем Ближнем Востоке создают новый климат и новую картину жизни. Но, конечно, турки – это не арабы по национальности, так же, как и персы – это не арабы. И турки, и персы считают арабов второсортным народом. И поэтому тут не будет как бы более действенных акций.
больше, чем его высказания в Стамбуле в защиту палестинцев несчастных. И, к сожалению, у нас были очень хорошие отношения, так же, как и были хорошие отношения с Ираном. У нас нет никаких разногласий с народом Турции, с народом Ирана. У нас есть разногласия с диктаторами и Турции, в данном случае, и Ирана. Но насчет Турции, он лично спровоцировал эту огромную демонстрацию, ну, сотни тысяч человек, которые были в аэропорту Ататурка. И он постоянно его риторика против Израиля. И мне кажется, что он выбрал дорогу. Это дорога не в НАТО и не в Европу. Это дорога в кавычках, в лидеры мусульманского мира, как бы второй полюс против шиитского Ирана. Вот это, я думаю, его цели. И, конечно, там и свой электорат у него мусульманский и так далее. К сожалению, такая ситуация в Израиле. Но Израиль отозвал всех своих дипломатов. Так. В конечном счете, Израиль получает от Турции, может быть, курортные места, а Турция получала от Израиля оружие. Сейчас это закончится. Зрозумів, Марку, дякуємо за вашу думку і погляд на цю ситуацію. Марк Бабот, підполковник Генштабу армії оборони Ізраїлю в запасі.